странная, однако, они. Никогда их тут не видел раньше. Они домашние. Что они тут делают? Они даже меня заметили. Куда они ушли? Это все слишком подозрительно. Да. Что же делать? Как же быть? А если что, меня заметят эти странные существа, двуногие? И что я буду делать тогда? Бежать? Размечтались. Я помню, эти существа жестокие. Им должны подчиняться лошади. Нет уж, они меня не заполучат. Не знаю, как еще не умерли. Среди них все эти лошади, которые пришли сюда. Но меня они точно не заполучат. Хотя, с другой стороны, интересно было с ними поговорить и узнать их жизни. Они на меня так смотрели, как будто видят впервые лошадь. Хотя, может, у них и правда все по-другому. В любом случае, пока что я отсюда поскакал, а я еще вернусь. Сколько тут снега. О, нет, они же туда, походу, пошли. Я вспомнил, как из этого помещения выводили лошадей когда-то, пару лет назад. Думаю, все будет нормально. Ладно, потом вас на природу вернут. Погуляйте там, да. А сейчас нужно ферскую кобылу найти. Потом верну на природу, они там побегают. Сейчас все помещения. Папа, я думала, они на природу нас выпустят. Да выпустят потом, не переживай. Настя, последи за лошадьми, а я пока что пойду за ферской кобылой. Мама, холодно и страшно. Не бойся, Ромашка. Ромашка, вот ты где? Тюльпан, привет. Я пришла, вот наша лакомка. Вау, вот эта порода. Папа. Классно. Она такая милаха. Можно на нее сесть? Она объезженная? Попробуй. Ой, нет, на ней сидится не очень. Я не привыкла к ней. Стой, стой. Она не для меня. Мама такая няшечка. Привет, ты и есть новая кобыла, да? Да, теперь, видимо, меня повезут к вам. Не бойся, у нас люди добрые. Точнее, только два человека. И, кстати, одна из них, я ее любимка. Круто, надеюсь, меня тоже полюбит ваша КСК. А тут? Тут так холодно. Как вообще тут можно жить? Я не понимаю. Я тут живу все с рождения. Тут очень мало народу, и тут очень холодно, я знаю. Но летом тут очень даже хорошо. Прикольно, вот бы летом сейчас. То у меня все замерзло, несмотря на мою шерсть. Да. Меня зовут Лакомка, а ты? Но если честно, я не хочу тут жить. Правда? Да. Потому что мне тут как-то не нравится, тут не особо так хорошо. Тут, конечно, бывают какие-то дикие лошади, но их мало, они вымирают из-за холода. Вау, а тебе нравится вообще природа? Природа там не нравится, но вот дикая жизнь не очень. Поэтому я хочу уехать отсюда, меня часто выпускают, и там встречаются всякие дикие животные. Я не хочу этого, я хочу уюта. Не бойся, этот уют найдешь. У нас в КСК. Тебя там покормят и все такое. На тебя, возможно, будут ездить. Давай дружить. Ну, конечно, мы разве не дружим? Неужели теперь она будет ее лучшая подруга? А Даша была моя лучшая подруга. Я, конечно, понимала. Надо помочь новичкам все рассказать. Надеюсь, она меня не бросит. Как же так?
Мам, ты чего задумалась? А, не, ничего.